Итак, ребятушки, всем привет, с вами Fisherman Hunter. Еще раз хочу сказать, кто не участвует в конкурсе, участвуйте, начинайте, 500 рублей лежит ваших. Так что давайте, постарайтесь, там ничего сложного нет, можно за час все определить, сделать и найти. Короче, вот хочу похвастаться вот этим своим первым воблером. Вы его многие видели, вот он такой вот хорошенький воблер у меня. Это самая первая моя работа, ребятки, вот, воблер. Сейчас, короче, вот, продемонстрирую следующий, ребятки. Вот этот вот второй воблер, ребятки, я сделал. В первом, короче, был вот этот пластиковый язычок. Во втором у меня деревянный язычок. Видите? Вот такой вот деревянный воблер. Кому интересно, как я их делал, смотрите, как я первый делал. Там есть. Сейчас будет третий воблер. Третий воблер вот такой вот, ребятишки. Он у меня уже тоже с деревянным язычком. Язычок идет побольше. Но это для экспериментации у меня они сделаны. Воблеры такие. Буду экспериментировать, проверять их летом. Думаю, что щука не откажется от них. И сейчас вам покажу четвертый воблер. Мой четвертый воблер, ребятишки, вот такой вот он. Это называется тигровая акула. Я думаю, блин, тут даже щука обсерится его кушать. С такими челюстями, блин, лучше не связываться, ребятишки. Вот, вот такие вот дела. Ну, вот они, все мои четыре штуки. Вот они. Вот так вот, ребятки. Кому понравилось, ставьте лайки, делитесь видосом, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и ставьте обязательно колокольчик. Я обязательно на ваши каналы подпишусь. Всем пока, удачи. Все, давайте. И участвуйте в моем конкурсе. Пока. Кстати, ребятишки, хотел похвастаться вот такой вот ложкой деревянной. Я тоже ее сам сделал. Как бы и она у меня не одна, вот видите. Вот. В дальнейшем планирую заснять видео, как я их изготавливаю, ложки. Кому интересно, пишите комментарии. И вообще, напишите, пожалуйста, комментарии, какие бы вы хотели видосы посмотреть. Ну и, конечно же, я вот такой топорик тоже выстрогал. Вот. Такое вот топорище. Вот. Топорик. У меня с ним сын играет. Машет им в качалке. И направо. И налево, вот топор по сравнению с ложками. Вот, все, давайте, ставьте лайк.